строительстве, в благоустройстве общественно значимых проектов, где непосредственно они осуществляют свою деятельность. Наша работа, которая связана с занятостью населения, является ключевой на селе, которая требует, если не пересмотра, то новых подходов. Поскольку район является сельскохозяйственным, как я уже отметил, что Министерство сельского хозяйства достаточно понятно и детально использует методы и формы для развития сельского хозяйства, где нам потребуется форматировать не только отдел сельского хозяйства, но и самих граждан по образованию агломерации и усилить над этим контроль.